Солнечный привет из Мерсина, друзья мои, я в майке, 23 градуса, волосы покрасила, ну совсем другой человек, да, друзья мои, губы красной помадой, а очки старенькие у меня, вчера куда-то засунула свои те очки, потеряла, не могу найти в квартире. Солнышко спряталось за облака, слепое такое солнышко. Очень хорошо на улице, очень. Прямо вот можно уже даже в шортах. Но я еще психологически не готова. Пока что в джинсиках. Идем с вами на базар. Красоту вам, девочки. Пусть ваши глазки порадуются. Вот такая вот у нас живая изгородь с розовыми цветочками. Я сейчас зайду в А101 магазин по пути. Тележка тарахтит. Трын-трын-дын по тротуару. Тучки вижу и парит. Знаете, вот, наверное, все-таки будет дождик. А пусть пройдет дождь. Всю зиму дождей особо не было. А земле же дождь нужен. Ароматы проходим, друзья мои. Ароматы. Благодать. А вы знали, что на турецком языке магазин А101, вот пишется А101, да, мы все русские это так читаем, а турки называют этот магазин Аюзбир. Аюзбир. Вот. Потихонечку, потихонечку. Которые слова на слуху, я их запоминаю, друзья мои. Ну все, купила то, что мне надо было, в А101. И сейчас двигаемся вниз на базарную площадь. Из овощей мне нужно огурчики, помидорчики, может быть, клубничка, зеленый лук. Погода очень располагает гулять. Можно было бы и на набережную скататься. Но мне сегодня нужно было побыть дома. Маруся сейчас на тренировку поедет, была в школе. Завтра у нее тренировки будут аж с самого утра до позднего вечера. Потому что в среду уже будут соревнования. Сегодня она взяла в школе у директора специальную справку, бумагу, что она учится в турецкой государственной школе, и на соревнованиях она будет соревноваться за Турцию. И, а детки, которые учатся в русских онлайн-школах, не допущены к соревнованиям турецким, потому что у них нету такой бумаги официальной из государственной школы. Вот такая вот информация. Смотрите, собачку кормят или поят? Поят. Вот такие вот добрые люди. Не пройдут мимо животных. Вот наш базар на университетской. Вот такой длинный. Ну что, друзья мои, заходим. Заходим. Рыбка встретила подписчика. И знаете, что ему удалось покушать эти вкусные креветки, которую мы с вами видели за 450 лир здесь. Так он сторговался за 300. Так что, оказывается, в Турции нужно все-таки торговаться. Мои любимые помидорчики по 15. Так, огурчики тоже по 15. Так, клубника, вижу, там тоже по 15. Так, зелень.
Лук по 5. Лук обязательно возьму. И салат возьму. Слушайте, я вот этот салат за 2 недели все-таки съела. Осилила. Баклажанчики по 18, огурчики по 12 и помидорчики по 14. Запах хороший от клубники. По 15 возьму килограммчик, только... Значит, я взяла килограмм огурчиков, килограмм помидорчиков, взяла килограмм клубнички. Еще надо зелень взять. А здесь клубничка по 20, но она, наверное, чуть крупнее. Ну, я уже взяла ту. Да, здесь покрупнее будет. Кабачки по 15. Ой, зелень пахнет. Так, возьму салат, возьму лук зеленый. Ароматы. Можно стоять просто и балдеть, кто любит зелень. Так, выберу сейчас себе листья салата. Большие, да? Яблочки по 15 лир. Груши вижу, апельсины. Тут помидорки тоже по 15. Цены, в принципе, везде одинаковые. Я купила зеленый лук, а вот салат, скорее всего, я здесь куплю. Там что-то он какой-то очень огромный. Хотя цена от этого не зависит. Вот здесь помельче, мне больше нравятся листики помельче. Вот такие вот маленькие, хорошенькие. Морковочка, кстати, мне нужна. Купила салат, а там вот морковка, и людей нету. Сейчас выберу морковочку. Какие крупные яйца. Оливок моих любимых нету. Сыры, баклажаны. Картошку выгодно в магазине покупать, друзья мои. Дешевле. Очень много людей, да? А время-то 4:30. 4:30 вечера. Я морковку купила на 7 лир. 15 лир килограмм. Цен нету. На базаре очень много русскоязычных людей. Шампиньончики. Я не хочу, я уже наелась. Маруся хочет такие вот носочки найковские. Нету ее размера. 41-й. Вижу. В магазинах, я имею в виду. И здесь тоже, видите, 40-41.
Я помню, как я в Теджи ходила по такому базару и покупала себе коврики в ванну, купила на базаре, помните? Полотенца кухонные. Хозяйственный отдел. Все, друзья, обошли мы с вами базар, все купили. Мы молодцы. Мы молодцы. Можно уже идти домой. Сейчас у меня будет обед и ужин. Я вчера готовила картошку с курочкой в духовке. Так что будет мне сейчас вкусно. Прохожу мимо этих садов, которые цветут. Хочется прямо постоять. Ароматерапия. Моя любимая горочка. А что? В планке я стою 45 секунд пока что. Два раза стояла, друзья мои, два дня подряд. А потому что зачем напрягаться? Устала, все. Отдохни. Ой, прохожу мимо этой изгороди. Красота. А тучки сгущаются на небе. Очень парит. В джинсах жарко, друзья мои. 23 градуса, смело можно в сарафане. Друзья, это знак. Поломала очки. Из сумки доставала ключи. И все. Это знак. Новым очкам быть. Упс, переключаемся. Я уже дома. Разложила на столе свои покупочки с базара. Сейчас вам покажу. От Шанелечки вам привет солнечный. Да, Шанелечка, скажи, солнечный привет из Мерсина всем зрителям. Вот такой вот у меня стол, друзья мои. И снова на 3 евро. Лук, пучок лука 5 лир, 15 лир килограмм клубники. Салат, вот такой огромный пучок, 5 лир. Килограмм огурчиков, килограмм помидорчиков, чуть-чуть больше даже. Это все на 30 лир у меня. И на 7 лир полкило морковки. Вот это все у меня на 62 лиры. Ну что? Снова на 3 евро. Это мне хватит, ну, на 5 дней точно. Салат так вообще на 2 недели. Я его ем одна. Такая вот погодка. Я думаю, что будет дождик.